Председатель комитета Государственной Думы по строительству и законодательству Павел Крашенников ответил жителям столицы Колымы на вопрос о поправках в главный документ страны. Его записали в медиахолдинге «Вечерний Магадан». Коллектив городского средства массовой информации 2 года сотрудничает с общественно-политическим изданием, учрежденным правительством России. На днях в российской газете состоялась горячая линия с Павлом Крашенниковым по поводу предлагаемых поправок в Конституцию. В рамках мероприятия депутат Государственной Думы ответил на вопросы магаданской газеты. Поправка, говорится, о новых принципах работы не только федеральных структур власти, но и региональных и муниципальных. Интересует, что здесь изменится? Знаете, у нас иногда говорят, вот там законодательная власть и так далее. Да, это все детали, но для граждан важно решить свои проблемы, важно защитить свои права, важно защитить свои интересы. Совершенно очевидно. И часто мы видим историю такую, когда говорят, да, это типа не моя компетенция, муниципалитет говорит, это субъектовый, или субъектовый говорит, это муниципальная компетенция. Вот мы считаем, что все-таки и Конституция из этого исходит, что существует единая публичная власть, которая должна работать в единстве, защищая права граждан, соответственно. И вот у нас сейчас эти нормы про единство публичной власти, они получили обкатку в пандемии, когда фактически вот, была создана в том числе комиссия при Госсовете, где все муниципальные, субъектовые и федеральные органы стали работать вместе для того, чтобы подавлять вот эту пандемию, этот коронавирус, для того, чтобы выстраивать соответствующие медицинские учреждения, для того, чтобы лечить людей и так далее, и так далее. Напомним, 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам Конституции. На этой неделе на Колыме стартовало досрочное голосование в отдаленных районах. Отечественная Конституция не менялась уже более 20 лет.